Мадонне исполнилось 58, но годы певицы явно не считает. Она отпраздновала день рождения на Кубе. Причем одним из пунктов торжества был и танец на столе. Отмечала день рождения Мадонна в престижном частном ресторане в Гаване. Танцы длились до утра, окружали певицу члены семьи и друзья. А на улице ждали многочисленные поклонники. Сотни человек всю ночь провели возле ресторана, надеясь увидеть мировую известность. Однако им это не удалось. У входа, которым допустили фанатов, появилась только родня певицы. Как она сама покинула питейное заведение, неизвестно. Я потрясен. Никогда не мечтал, что она приедет. Мы очень рады, что она приехала. Ждем ее концерта на Кубе.